Всем привет! Сегодня у нас посылки из Китая с сайта AliExpress, либо с торговой площадки AliExpress, как вам нравится, так и называйте. Пришел вот такой вот намоточки готовые, койл, это Кантал А1 28 АВГ. Я уже их распаковал на 0,8. Так, здесь у нас сопротивление показывает. Не знаю, видно, нет будет. 0,52 Ома на 30 ваттах. В принципе, жарит норм. Неплохо жарит. Мне как бы хватает. Так, что, давайте распакуем теперь вот такую вот посылочку. Здесь у нас испарители для бака iJust. Не знаю, зачем заказывал, но на всякий случай. 5 штучек за 237 рублей, плюс доставка платная 92 рубля с треком номером. Трек номер отслеживался корректно. Ссылочки как. Так, вот здесь scratch чек для проверки оригинальности. Напишу в описании, оригинал или нет. Потому что я сейчас, как вы знаете, снимаю на телефон, у меня камеры нету. Я никак сейчас в реальном времени не могу проверить. На 0,3 Ома, бывает еще на 0,5. Тут уже всякие обслужки идут на 0,18, 0,75 Ома, но нам не интересно. Я заказывал на 0,3 Ома. В принципе, это самый оптимальный испаритель, там и пары, как бы и вкуса хотя бы чуть-чуть присутствует. Как вы знаете, у нас в стране, в России, они стоят очень дорого. Одна штучка вот такая стоит 180 рублей. А у нас в городе вообще 225. Если ездить в соседний город, то там по 180. Вот такие вот. На 0,3 Ома. На 0,3 Ома, вот вы можете видеть. Сейчас я бычок не парил. Это так, на всякий случай. Ну, в принципе, устраивает все. 28 дней доставка. Как сказал ранее, трек отслеживался очень даже хорошо. Цена невысокая. На намотки тоже оставлю в описании ссылочку, кому надо. Там очень много разных намоток. Все, что хотите. Любой каприз, как говорится, за ваши деньги. Вот. Сейчас парю самозамес, может быть, кому-то интересно, очень рекомендую. У меня есть на канале урок, там не урок, гайд такой маленький по самозамесу, как раз крон этого Атмоса Чифилд, по-моему, он так называется. Очень вкусно, очень нравится, очень сладенько. Все, с вами был китайский самолетик, всем пока, подписываемся на канал, скоро будет море посылок.